Татьяна наша, которая будет делать нам веночек, она всегда нам плетет венки красивые. В этом году мы готовим для вас сюрприз, подарок на Казанскую икону Божьей Матери. Будет очень-очень красиво. Вам тоже привезли, слава Богу. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Дорогие миленькие, родненькие, Матерь Божия была почти 3 недели в Николо-Сольбинском женском монастыре, где учится наша дочка Серафима. Там была наша Матерька Божия, сестры молились. Сколько паломников множество смогли приложиться к этому красивому чудотворному образу. Посмотрите, какая у Матеньки Божия риза. Посмотрите, какая у нее звезда. Посмотрите, какой Иисус маленький. С ручечкой своей благословляете. Какие у Матери Божией красивый платок. Читаю вот имена, которые вы подавали, мы уже читали. И еще вот имена воинов Евгению, воинов Георгия, отрока Даниила, Раисы, Татьяны, монахини Феофании, булящую Евгению, Евгения, Алексея, Натальи, Марины. Мы с Божьей помощью, дорогие братья и сестры, открываем сбор на Казанскую икону Божью Матери, праздник 4 ноября. Помогите, пожалуйста, чтобы мы Матери Божией сделали веночек на цветочки и на трапезу. Вот дождались мы, дорогие братья и сестры, чтоб Матеньки Божией хотят приехать уже и паломники. Миленькие, родненькие, ну помогите, чтобы мы могли этих людей накормить. Я хотела вас попросить, что давайте мне ваши имена о здравии и упокоении. А на сам праздник у нас будет в 8 часов водосвятный молебен с акафистом чудотворной иконы Божьей Матери. Мы все имена почитаем ваши. Также будет божественная литургия, дорогие братья и сестры. И также в этот день мы с Божьей Матерью пройдемся крестным ходом вокруг храма. Если Бог даст и все управится, я хочу сделать маленький концерт в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери. Я очень люблю эту икону. Я души не чаю в этой иконе. И ради Божьей Матери, и ради тех людей, что приедут, я хочу эту песню сделать презентацию у Казанской иконы Божьей Матери. Песня душераздирающая. Дорогие, миленькие, родные, люблю вас, обнимаю. Благодарю за все благодарю. Приглашаю всех вас на разделить радость праздника чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, которая состоится 4 ноября. Накануне 3 ноября у нас будет 3 часа вечернего богослужения. И до вечернего богослужения уже у нас должна Матенька Божия сиять в красивенном веночке. Объявляю сбор на цветочки Божьей Матери и на трапезну, чтобы мы могли еще людей покормить в этот праздник. Храни вас всех Господь! Христос воскресе! Спасибо за Господь!